Вот. В центре Анапы ходит масса. Не будьте такими злыми, как вот некоторые здесь продавцы. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 2 ноября 2019 года. И я покажу вам небольшую выставку, которую здесь предлагают мастера народных промыслов. Вы не правы. Я просто сейчас карту вас заберу еще. Вы угрожаете мне? Нет, не угрожаю. Угрожает, товарищ. Не угрожаю. Я говорю, просто есть какие-то... Мужчина, не будьте дикарем. Вы сидите в общественном месте, можно сказать, в центре Анапы ходит масса. Убери эту. А я же не ошибаюсь. Вы тоже против съемки? Люди не понимают, что съемка это... Друзья мои, первый раз у меня такое вот получается, когда на меня ополчились все буквально мастеровые. Просто ужас. За то, что я снимаю, видите ли, нельзя снимать. У одних нельзя. Да это, знаете, не... Вот. Деревяшек. Мне тоже нравятся вот такие вот вещи. Это два деревяшек. Вот они не вошли.
крыш интересно. Сегодня, кстати, очень много здесь представлено различных вещей. Ну вот, друзья, и все. Это была выставка народного кино. Вот я еще здесь пропустил. Посмотрим, здесь картина. О, какой ворон идет в сапогах. Это была выставка народных умельцев на улице Астраханской возле театральной площади. Ну, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всего вам доброго, друзья. Не будьте такими злыми, как вот некоторые здесь продавцы.